Ну что, пацаны, бросил пить на спорт ноге сейчас. Вот так вот. Я в нем даже не сомневался вообще. Ну, даже тайга, Новый тайга год. Свое берет. Новый год на трезвяночку был вообще. Бля, ей-богу. Первый Новый год вот такой у него. Даже на Новый год не пил. На Рождество тоже. Вот так вот. Вот так. Это вообще, блин, это выше... Выше крыши, выше предела его навода. Вот так. Вот так вот. Удачи. Ну что, братва, идем в гости к брату Олега Монгола. Да, да, да. Вот он. Он уже ждет. Ну давай. Он вернулся на Урале. Идем в Да собаку убивать. Ну и не спичка. Не промахнешься, бля. Промахнешься. Не промахнешься. А вдруг? Ты видишь, как у нас там ремном? Линолем лежит это. Охуеть. Блин. Иди. Новый сразу, ну. Одним махом, ну, да. Понял. Не, у меня, ну, в общем-то, больше у меня наберется. Теперь что, первый срок год и два, это по малолетке. Ну, можно ее даже не считать. Что потом? Вот так. Потом две трешки и пятерка последняя. Вот ты считай. Да, и трубку серогунел пошел. У нас петруха там вообще. А, прям. Лет 12.5 находится. Он пиздец охуел. Вот. Кошка пахнет. Большая. Это не запах, но. Что там? Больница? Ну, что ты? Что я? Не проходите, присаживайтесь. Ничего стоите. Да все ест она. Кроме, блин, кормом кормили, она перестала сухой. Моя кроме китера, я не вижу вот этот сухой, вот все. Эти сухари только. Не, он сухой. Меня Таня поднимает, блядь, и то нахуй тяжелее меня. Ёбана, кожа, так выходи здесь отсюда. Бокал? Меня, блядь. Это... Алло. Я хочу в первую очередь выпить за приятную компанию, за хороших людей, с которыми я сегодня познакомился. За Олега, за его брата. Николай Владимирович. Николай Владимирович. Владимирович. Приятно познакомиться, Артем Валерьевич. Я быстрее знакомы. С прошедшими праздниками. Взаимно. За все хорошее, пацаны. Дальше, давай, ты самый интересный. Колян, это уже раз что-то. Наконец-то пригласил. Наконец-то пригласил. Да, неужели сам? Да, в самом деле-то. Делай. Так что... Доброе дело. Последний раз мы виделись в деревне. Да, у тебя точно. Ну, Коляш, давай, зачем хорошее? Алло. Ой, стоп. Тебя только курточку. Ну, хочу. Можно? Балайка, грузик. Да, чуть-чуть попишешь, делай. Во. Антон, сын. Хотя бы так пойдет. Сейчас, подожди. Ну, я созрел. Да у меня созрел. А, сок. Сейчас. Оля. О, я так сделаю. Смотри. Газировка. Как ты? Ой. Марсиплана. Нет. А это газировка, да? Ребят. Это пиво. А, это пиво. Надо их полистнуть. Говори, ну, давай, Паша, говори. Ребята, за встречу, за долгожданную, что близкие мои друг друга давно не видели, встретились. Давно не видели, да, там, ну, сколько не видели? Да, я-то его видел даже, давно. Бля, не помню когда. Два года назад. Я-то его видел даже, давно. Бля, не помню когда. Два года назад его видел. Ну, было дело, приезжали. Да, в деревню. Ну, да. Ладно, ну, что, ребятишки? Давайте. Чтобы тема удачи. Да? Берись тут. Как ты первый раз? Ну, вообще-то я тебя еще не походил. Ага, блядь, как сильно. Да, я с тобой не чокаюсь.
Балерину вызывает. Да я понял. Какая? Ну, блядь, которая. Волочкова, что ли? Волочкова. Беркова. Так она же не приехала, сучка. Так она очкует, конечно. Да, конечно, ко мне приехал Шура, блядь, не приехал. Удара хулико приедет, блядь, ебать, рот. Ко мне приехал Шура и... Шура приезжал. Шура? Шура? Она его нахуй выжила. Каждого гуляем. У меня их пять. Праздник. Пять кошек. Но я, когда я сама их не буду, им отдам. Вот он смотрит на тебя, он голодный. У него вон есть, лежит, и он не даже... Так правильно, там уже застарелая она. Ты его съешь ему на лоб. С утра. Прикол в этом. Вы понимаете, что? Ну, видишь, он ест свежее. Собаку нужно вовремя, самое главное, гулять. И кормить нужно, правильно? Просто и кошка, не... кстати, легкая. У меня вот такая же, но, блядь, она тяжелая. Гуляется. Да, это не проблема. У меня тоже мойка кожаная, тоже лёд ходит. Смотри. Так потерпевшая. Вот, смотри прикол. Вот ее вовремя гулять нужно, это раз. А во-вторых, для собаки нужен... Где у вас курят? То есть за этой собакой нужно ухаживать, как за любой женщиной. Здесь я курила. Вот я понимаю, что ну, не всегда я прав. Ира, я не всегда прав. Сигареты дай. Ну извини меня, пожалуйста, если я не всегда прав. Паша, иди нахрен, на, без тебя нахуй. Тебе если надо будет собаку, я заведу. Как пушка. Я сама себя заведу. Ну вот. Можно я какие-нибудь тапочки одену? Чтобы мне сапоги не одевать. Ну вот так. Извините. Ну а я вот такие. Вопрос, как ты Беркую проиграла? Во, точно. Пошел ты нахуй. Как ты проиграл? Так надо проиграл. Как ты проиграл? Значит, так надо было. Ну вот этот удар твой последний, это вообще брау, кондиции. И чё? Лайфхак. Это всё нормально. Это жёстко. Вообще добило прям её. А что он проиграл, так проиграл. Так Берку, а знаешь кого эту? Как её? Чего там? Балерину-то эту, сука, вызывает. Какую? Мою полицейскую? Нет. Она что, балерина? Балерину эту. Конечно. Балерину вызывает. Да я понял. Какая? Ну, блядь, которая... Волочкова, что ли? Волочкова. Беркова. Так она же не приехала, сучка. Так она очкует, конечно. Да, конечно, ко мне приехал Шура, блядь, не приехал. Удара хули кто приедет, блядь, ебать, рот. Ко мне приехал Шура и... Шура приезжал. Шура? Шура? Она его нахуй выжила. И вы потом повторяете. На твои сапоги, на твои сапоги. Сиди на. Вниз. Я так посижу. Ну что делать? Она говорит, не Ира Чикапики, а Ира Шпилька, блин. Она все, у нее ботинки все на шпильках, блин. Сказала нет, значит нет. Ну было такое дело. Не, я это, ребята. Паша, ты это. Вот она. Да их видать здесь. Чей большой брать? Была вот эта компания. Конечно, вроде бы. Тихо. Я раз как тапнул, я охуел. И тоже куча, она меня как уебала за два пальца. Вот куча. Что ты? Я не освобожден. Мама его знает. Иван, а здесь с 4-го этажа у тебя брат-то вышел.